Детское радио представляет. В одном болоте, а может уже и не в болоте, может в собственном доме или в городской квартире, живет знаменитая лягушка-путешественница. Ква, это я. Больше всего на свете я люблю ква-ква-ква. Кваникулы и путешествовать. Вот только утки, это несовременно. Меня отправляет в разные места нашей страны волшебный глобус. Да, это я так придумала. И меня ждут Казань с Новосибом, а Питер, Самара, Ростов. Какая большая моя Россия, мне много красивых городов. Люблю путешествовать, в море купаться, вкусно поесть и в озера нырять, ходить по музеям и в горы взбираться. В общем, люблю я отдыхать. Каникулы. Лягушки-путешественницы. Лягушка! Лягушка! Странно, пропала куда-то. На кухне нет, и в библиотеке нет. Ой, да тут я. Фух, ой, ой. Ой, ты чё это такая запыхавшаяся, а, лягушка? Я тренируюсь, прыгаю. Сначала на пятый этаж на правой лапе, потом на седьмой этаж на левой лапе, потом вниз и вверх. Вниз и вверх. Ой, а может мне тренером стать? Как думаешь, глобус? Ну, тренером рановато. А вот серьезную тренировку я тебе обеспечу. Отправляйся-ка ты в один город. Кручу, верчу, бесконечность. Кручу, верчу. Погоди, погоди, глобус, а задание-то какое? Бесконечность. Кручу, верчу. На каникулы лечу. Что за бесконечность такая? Ой, ничего не понимаю. Позже поймешь, лягушка. А для начала не хочешь узнать, где оказалась? Смотри, улица пешеходная какая симпатичная. Большая Покровская называется. Хм, и правда, очень даже симпатичная. И клаква-кафешки. И где такая улица? Ты, лягушка, оказалась в Нижнем Новгороде. Это древний город на месте слияния рек Волги и Оки. Вон, видишь, там впереди кремлевские стены. Это я... В древности? В современности, лягушка. Сейчас Нижний Новгород, которому уже больше 800 лет, это современный большой город. Здесь больше миллиона человек живет. И компаний тут много. «Газпром Трансгаз», например. Ты только Нижний Новгород с Великим Новгородом не путай. А то нижегородцы обидеться могут. А почему Нижний Новгород Нижним назвали? Тут много всяких версий, лягушка. Может, потому что новый город возник ниже по течению Волги. Может, потому что появился он в низовских землях во Владимиро-Суздальском княжестве. А Волга? Ака? Значит, буду есть рыбу. Прямо вот тут, на улице Большой Покровской. Попробуй, лягушка, наваристую уху. И пирожков возьми, очень вкусные. Бесконечность, бесконечность. Не знаю, где ее искать. Хотя сейчас, после обеда, я бесконечно довольна. Нет, это все-таки не та бесконечность. Ладно, пойду гулять. Вон там памятник вдалеке виднеется. Это, лягушка, памятник Чкалову. Валерий Павлович Чкалов – летчик и настоящий герой. Он недалеко от Нижнего Новгорода родился. Вот так лестница от памятника спускается прямо к набережной. Такая длинная. Ну все, настало время для тренировки. Уверена, лягушка? Это одна из самых длинных лестниц России. Ты же только что пообедала. Не тяжело тебе будет прыгать? Ой, да тут и прыгать-то нечего, тем более вниз. Я вообще, я сначала вниз, а потом и вверх.
Лягушка, ты как там? 124, 125, 126. Отлично. Ну, конечно, тебе лишь бы попрыгать. Неужели совсем не устала? 242. Да сколько же этих ступеней? И еще с другой стороны. Ничего, ничего, все пропрыгаю. Правильно, лягушка, не сдавайся. 510, ой, 540. Фух, я внизу допрыгала. О, что-то я со счета сбилась. Ладно, я тебе помогу. 560 ступеней. Если наступила на каждую, можно загадывать желание. Точно исполнится. О, это какая-то бесконечная лестница. Желание одно – найти бесконечность. А ты посмотри внимательно, как выглядит лестница. Как? Как цифра 8. Если эту цифру положить на бочок, то будет знак «бесконечность». О, лягушка вернулась. Всю Чкаловскую лестницу пропрыгала. Желание ты хоть загадала? Ладно, можешь не рассказывать. Конечно, загадала. Угадай, какое, глобус? Ну, не знаю. Новое путешествие, вот какое. Меня ждут Казань с Новосибом, Питер, Самара, Ростов. Какая большая моя Россия, в ней много красивых городов. Люблю путешествовать, в море купаться, вкусно поесть и в озера нырять, ходить по музеям и в горы взбираться. В общем, люблю я отдыхать. Каникулы. Лягушки-путешественницы.